Представляем вашему вниманию очередной выпуск основных торговых сигналов дня. С вами я, Эдрин Макдермат. Давайте же узнаем, как технические индикаторы соотносились с настроением межбанка в 8 по Гринвичу. На часовом графике пары евро-доллар превалируют нейтральные сигналы. На четырехчасовом и дневном в основном красные сигналы, которые соответствуют короткой позиции межбанка в размере более 20%. На часовом графике пары фунта доллар 5 нейтральных сигналов, 6 сигналов на покупку на четырехчасовом, 5 нейтральных сигналов на дневном. Короткая позиция межбанка в размере 18% не соответствует техническим индикаторам. На часовом графике пары доллар иена преобладают нейтральные сигналы. Зеленые сигналы превалируют на четырехчасовом и дневном. Они соответствуют длинной позиции межбанка в размере 41%. 5 нейтральных сигналов на часовом графике пары фунт иена. По 7 зеленых сигналов на четырехчасовом и дневном, которые также соответствуют длинной позиции межбанка в размере около 17%. На всех трех таймфреймах пары евро-иена преобладают зеленые сигналы. 7 бычьих сигналов на часовом, 8 на четырехчасовом и 7 на дневном. Настроение межбанка нейтральное в размере около 3%. Торговые сигналы четверга подошли к концу. Оставайтесь с нами и не забывайте, что наша статистика обновляется каждый час. До свидания.